А каким образом это происходит, можете сказать? По консультации по телефону. Что еще раз? Для начала я попрошу вас уточнить, как я могу к вам обращаться, дабы я могла более корректно вас проинформировать касательно данной ситуации. Ну, вы вкратце можете сказать, что случилось? Просто никогда с этим даже не сталкивалась. Я вам повторяю то, что сегодня подошел к концу срок обслуживания номера и телефона. И на данный момент необходимо продлить договор на обслуживание, дабы сим-карта не была заблокирована. Угу. А вот... На данный момент я попрошу вас уточнить, вы планируете далее пользоваться номером, либо же мне его блокировать? Ну, блокировать бы не хотелось бы, конечно. Хорошо, тогда я буду фиксировать заявление на продление договора, от вас никаких данных не требуется. Попросту уточните, на который период мы будем продлевать с вами договор. Можно от года до бессрочного периода. Срок мне необходимо в заявке указать. А вот мне какой-то код приходит. Это что за код? Можете подсказать? Можно какой-либо сбой. Я не знаю, что вам поступило за СМС. Я не отслеживаю сейчас данную информацию. Ну, а как мне убедиться, что мне вот оператор звонит? Просто я, может, сам наберу оператору.